Если вы сейчас стоите, я предлагаю вам лучше сесть, потому что сейчас будет видеоматериал Вася. Бред сивой кобылы. Да, вот так иногда говорят. Прикол или отмазка перед любимым, которая зашла слишком далеко, и это уже эту историю, эту легенду уже нельзя остановить. ПМС. Я не сексист, то есть, да, вот поймите меня правильно, но то, что несет эта женщина, Господь всемогущий, что с ней не так? Она похожа либо просто на нереально профессиональную мошенницу, либо это из разряда тех, которые постоянно покупаются на вот эти вот всякие там, знаешь, там, отправь там 42-42 на номер, а докажи, что ты не лох, отправь 42-42 на номер там, допустим, сообщением «я не лох». Вот, которые покупаются на всякие эти финансовые пирамиды там, допустим, да, постоянно, всякие Q-Net или что там еще, Смогуловые, вот на эту всякую херню, которые... То есть, которых жизнь не учит. Вот это вот типаж, по-моему, либо, я опять же говорю, это просто гениальная мошенница, либо вот такой вот типаж, одно из двух. Приветствую вас, леди и джентльмены. Вы на канале Азмаз Шоу, с вами Сула. Сейчас послушаем, там буквально, если я не ошибаюсь, сейчас точно скажу, 2 минуты 15 секунд. Спича одной женщины, да, казашка, она на казахском языке, но я вам потом скажу в общих чертах, что она имела в виду. О религии, о боге, о новом боге казахов. Окей? Смотрим. Есінен ауысқан, көктемнен, на көктемнің әсері әсер етті деп жатыр. Мүлдем олай емес. Мен... Соншалықты түсіп кетпеген шығармын жаратушының жолдамасын жеткізетіндей. Алла тағаланың жолдамасын жеткізетіндей. Алла тағаланың миссиясы бітті, балық дәуірімен ол кетті. Жіберіңдер деп тұр. Қаншама мемлекет жібергісі келмейді, қаншама адам жібергісі келмейді. Өздеріңіз мына белгілеп, мысалы 22-сі күн тойлаймыз, 23-сі күн ораза ұстаймыз деп өздеріңіз белгілеп, мына оразаны числосын барлығын белгілеп отырсыздар. Оны жақсы біліп тұр. Адамды алдағанмен сіз жаратушыны алдай алмайсыз. Алланы босатпай жатыр дейді. Алланың өзі ренжіп тұр. Оның жолдамасын мен жазғым келмеді. Жан Жиһан парақшасына жаздым. Бұрынғыдай посредник болмайды. Бұрынғыдай мешіт, церковь, бұрынғыдай анау шіркеудегі әкейлер, бұрынғыдай молда, имам ондайлар болмайды. Олардың миссиясы бітті. Болды, толық босайды. Мына шетелден бастап жатыр бүгін салдым ғой. Мына шіркеуді өртеп жіберген өткендегі жолдамасында жаратушы айтты. Шіркеу, мешіттер болмайды. Орнына оқу орталықтары, мешіт емес, мектептер болады деді. Түсіндіңіздер ғой? Алланы босатыңыздар, жақсылықпен жіберіңіздер. Рахмет айтыңыздар, алғыс айтыңыздар. Балық дәуірінде қызмет етті, жіберіңіздер. Бірақ қазір айтпаңыздар. Алла тағала деген сөзді айтпайсыз, тек қана жаратушы деп айтасыз. Намаз, ораза, барлығы ескі дәуірмен, Алла тағаламен, пайғамбарлармен кетті. Алғыс айтасыз, шығарып саласыз. Жаңа дәуірге дайын боласыз. Бұл нәрселерді айту маған оңай болып отқан жоқ, бірақ солай. Кешегі жер сілкінісі ескерту болды. Алматы қаласының өзін Ақсарбас ата өзі қорғады, өзі қорғап тұрды. Ол кісі басқа өлшемде жаратушының қасында. Барлығын өзі Ақсарбас кітабын оқысаңыз, бұл бізге карта. Барлығы жазылған, осы жерде басталады. 6-шы сатының балалары қалай жүреді, не күтіп тұр, қандай өзгерістер күтіп тұр. Барлығы осы жерде жазылған. Для тех, кто не понимает казахский язык, да, объясняю. Она, короче, говорит такую тему. Аллаха нужно уже отпустить. Он свою миссию выполнил. Он уже хочет, типа, отдохнуть, а вы его не отпускаете. Хватит говорить во имя Аллаха. Хватит, он уже не хуй, он уже устал. Все страны его беспокоят, там, типа, он уже хочет отпустить его на добром слове. Теперь говорите «Создатель». Создатель. Понимаете? Все, хватит.
теперь будет все по-новому. Вот, короче, Ахсарбас, какая-то книга, он находится рядом с ним. Это вот, типа, мол, в другом измерении, это вот его проводник или что вот для нас, для казахов, для людей. Всех во всей планете. Ну, как она говорит. Вот эти последние события, это были вот прям предупреждением о том, что Аллаха и его учение нужно отпустить, он устал. Вот эти землетрясения. Вокруг Алматы тоже было, но вот этот Ахсарбас, он за нас, короче, там есть создателю сказал. И он оберег нас. Уберег, понимаете? А, все, короче, то есть... Бред сивой кобылы. Так, есть такая поговорка. Бред сивой кобылы. А, она говорит... Типа, мол, меня тут обвиняют в том, что у меня весеннее обострение. Ой, Господь всемогущий, я не знаю, какое у нее обострение. Но я еще раз повторюсь. Типаж психологический, одно из двух. Либо это вот, докажи, что ты не лох, отправь 4242 на номер и напиши, я не лох. Там, да, каждое сообщение 200 тысяч тенге. Либо это просто, ну, бесстрашная мошенница, на мой взгляд. Одно из двух. Вот так вот. На казахском языке, осы бағдарлама, казах тілінде, азмас казахша YouTube парақшасында шығады, міне осы сілтемемен өте аласыз. Сіздерге өтініш біздің жаңадан ашылған YouTube арнамызға жазылыңыз. Міне казах тілінде осы сонда болады. Ну, вот так вот. Как вы готовы к новой религии? А? Готовы ли вы отпустить на добром слове Господа Всемогущего Аллаха? Потому что он стал. Готовы ли принять Создателя? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. Только прошу вас, без оскорблений. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Азмаз Шоу. Всем пока. Ассаламу алейкум. Аривидерчи.